Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас хочу вам представить средство для перемотки пряжи из пасм, клубочки. Моталка стоит сзади, сейчас я вам ее покажу. А это как раз устройство, которое у нас держит пасмы. Оно регулируется по высоте, по ширине. Можно очень широкие пасмы наматывать, можно тоненькие. Я после того, как сниму вот этот моток, вам покажу. Крепится к столу, и вы можете мотать клубки руками, но это, конечно, очень долго и некачественные клубки. Мотать надо на клубки, которые подходят для вязальной машины. Вот такой вот замечательный дуэт из двух машинок. Можно купить в Китае, мы его купили на Алиэкспрессе. К сожалению, очень мало сейчас продается вот такого оборудования для вязальных машин. И, в общем-то, вот такой дуэт очень просто необходим любой мастерице для вязания, потому что из пасмы вязать невозможно, а наматывать по старинке, держа на руках, на табуретке, это тоже потеря очень большого количества времени, что сейчас просто не допускается, недопустимо, это расточительно. Поэтому очень рекомендуем приобрести вам вот эту конструкцию. Посмотрите у нас на сайте, оцените. Отлично работает, я тестирую на себе, мне нравится. Навешиваете пасму, ищите хвостик, и вот она прекрасно крутится, пасма разматывается. А машинка сматывает это все в клубочек. И вот итог нашей работы. Вот такая огромная пасма. Это 1800 метров, почти 2 километра. Превратились вот в такие вот чудесные моточки, с которыми легко справится любая вязальная машина. В районе 10 минут ушло на эту работу. И все. Во-первых, это легко хранить, легко вязать, можно взять в любой момент. И уже не думать о том, что мне придется часами перематывать вот эту вот огромную пасму. Теперь по поводу машинки. Самую посмотрите, она легко регулируется, она может быть маленькой, может быть широкой, все зависит от того, какого размера у вас моток. В процессе перемотки, когда у вас моток становится более широким, его можно поднять повыше, и растянутая такая конструкция не даст мотку свалиться. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, пусть они тоже знают о таких чудесных приспособлениях. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.